Свердловская транспортная прокуратура начала проверку ситуации с самолетом авиакомпании «ЮТЭЙР», который вовремя не вылетел в Сургут из-за технической неисправности. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале ведомства. Проверка проводится по исполнению законодательства о защите прав потребителей и о лицензировании. Напомним, рейс ЮТ-112 не состоялся в запланированное время 3 июля. Вылететь из аэропорта Кольцово в воздушную гавань нашего города борт должен был в 21:05. Пассажирам сообщили о технической неисправности лайнера, попросили забрать багаж и дождаться резервного самолета или лететь в Сургут другим маршрутом. Всем, кто купил билеты, предоставили питание и гостиницу. Запасной борт прибыл в аэропорт Кольцово Екатеринбурга 4 июля в 7 утра. Без 10:10 он приземлился в Сургуте.